Всем здрасте! Здрасте, здрасте! Я приехала с банкета, можно сказать. Посидели просто с семьей. День рождения отметили моей Любочки, моей давней знакомой. Были дети ее, зять там, внучки и три подруги ее. Я и еще две подруги. Хорошо посидели, правда, такой шум, бум-бум-бум-бум, музыка. Нам же в этом возрасте, конечно, как-то, я думаю, что нам уже желательно бы не сидеть при таком шуме. Настроение хорошее, вот я и улыблюсь, и улыблюсь. Ну, как сказать, посидели-то посидели, поздравили, конечно, отдали честь нашей подружке. Хороший человек, Любочка, у нее тепло идет, всех жалеет, всем помогает, такая вот. Отметили, 75 лет ей отметили, на 5 лет я ей моложе. Торт понравился, но уже все наели, столько было блюд, и такое мясо, и курица, и все в этом кляре, 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 я жирное стараюсь не есть, ну вот жареное это. Ну, если один раз в полгода, то ничего страшного, я и дома же блины ем, и пирожки иногда. Все равно немножко поклевала горячего такого, но я до этого поела, пошла, поздно обедала, потому что я, наверное, часа в 4 пообедала, а к 7 мы уже... поехали. Я туда на такси, обратно они меня привезли на своей машине. Ну и даже потанцевали. Буги-вуги, буги-вуги. Ну такая музыка. Бум, Люба-Люба. Давай, давай, давай. Люба-Люба, давай, давай, давай. И вот мы сколько, 10 лет отмечаем день рождения. И все вот это вот Люба-Люба, давай, давай, давай. Под нее скачем хорошо. Ничего, поели, потрясли кузяками. И вроде легче стало. А то если сидеть колом, то... Вот. И сегодня же еще День матери. И вот всегда на День матери любимые девочки, дочки приносят подарки. Ну, символические. Вот такие вот цветочки. Вот такой зефир. Ну, я такой сама пеку. Ну, что сделаешь? Сама не сама, а это подарок. Коробочка зефира. Такой подарочек мне подарили. Так вот, коробочки. Приличненько. Вот каждый раз на день рождения, как раз День матери, и ее девочки дарят всем нам по подарочку, ну, символическому. Прошлый раз, по-моему, было там шоколад, я забыла, что-то в коробочках такое красивое было, тоже кондитерское. Молодцы! Торт понравился, прямо резали, еще и домой забрали, конечно, домой. Но когда наешься, уже какой торт? Уже два раза щипнул его, и все. Мне, я попробовала, мне понравилось. Этот раз хороший. И вот я заметила, что надо все-таки обмазку шоколадом делать. Все-таки вот этот шоколадный привкус, особенно вот этот вот ароматный темный шоколад. Вот молочный он не дает такого аромата. А вот темный шоколад и горький, он дает такой аромат. И шоколадный крем заварной. Я еще добавила каракум конфеты. Они тоже начинка такая какая-то с орехом, что ли. Ну, мне понравилось, я попробовала специально, так много я обычно тортики не особо ем, понравилось. Ну, вот как-то так, все равно, так не хотелось идти, это ж надо одеваться, это ж надо... Ну, заставила себя, не надо так делать, мало ли что нам лень, мало ли что мы не хотим, а поздравить человека надо. А у нее одна внучка в больнице лежит. В роддоме родила девочку, вот, ну, ее муж с ней, конечно, не все смогли прийти, потому что вот так, вот такие обстоятельства.
хорошо поплясали, поели, поговорили. Во-первых, давно не виделись, я с Любой очень давно не виделась. Летом все у каждого дела, а зимой смысл идти. Ей тоже некогда, то печки топит, то во дворе чистит. Ну, отвлекать ее никак. А ко мне она вообще не пойдет. Ты что, день тратить? Вот. Ну, вот так повиделись хоть. Ну, по телефону-то разговариваем, конечно, новости передаем. Ну, сейчас у нас связующее звено, ее Леночка, старшая дочь. Ну, вот, немножко сняла, там немножечко, наверное, минут 5, может быть, 6. Так, урывками, музыка же такая, так я вот урывочками там, хоть немножко, там немножко стол сразу показала, сразу, еще чистый. Блюда не стала все там, ничего показывать, блюдо да блюдо. Ну, в общем, и натанцевались, и напрыгались. Люба, Люба, давай, давай, давай. Люба, Люба, давай, давай, давай. Рот-то нельзя открывать, Ену. Натанцевались, напрыгались, как смогли. Там молодежи, конечно, много. Вот это бум-бум-бум-бум-бум-бум. Нам бы поговорить что-нибудь бы, это мы даже друга не слышим. Ну, что сделаешь? Таких нет вот камерных таких кабинетиков, чтобы... Хорошо бы вот так кабинеты были, чтобы не слышно. Надо, вышел, потанцевал. Ну, у нас маленький городок, наверное, тем более после этой пандемии. Многие разорились. Такие заведения, бары, да всякие рестораны. Большой ресторан закрытый там, даже знаю. Император, по-моему, закрыт. Насколько я знаю. Ну, мы в кафе такое. Такое небольшое кафе. Ну, посидели хорошо. Тоже интересно. Вроде мелочь. Вот, мелочь, а приятно. Люба, Люба, давай, давай, давай. Люба, Люба, давай. Хотелось так, не хотелось. Вот, до того мы вот уже на работу ходил, как отче наш, раз-раз оделся, пошел. А сейчас не работаешь и прямо, ой, пока это то, да сё, пока подберешь, что надо, что не надо. Ну, все равно, погуляли, посидели, поздравили, поплясали, все хорошо. Немножко вставлю... Или в начале, или в конце даже иначе. Наверное, в начале, а в конце вот я пришла уже. Чай пили, но все равно вот какая-то еще это сухость. Я только пол бокала шампанского выпила, больше ничего. Во-первых, мешать нежелательно. Ну, а шампанское я не люблю. Ну, а как иначе? За каждый тост, кто поздравил, надо глоток сделать. Я китайскую кухню не очень люблю. У них все кисло-сладкое, да все в кляре, все и курица в кляре, и еще мясо говядина. Правда, мясо говядина горячее в сковороде, тоненько порезано, так ничего вроде бы. Ну, мясо да мясо, ничего там такого. А какой-то салат был, он вообще подвалом пахнет, сыростью. Я не ем салаты. Ну, вот и все. Сейчас буду отдыхать. Да, наступает год кролика, год зайчика. Как быстро время летит. Уже 12 лет, как я здесь живу. Ой, Люба, Люба, давай, давай, давай. Ну вот и все. Много не буду снимать. Как-то я уже и спать бы надо. 11:30. Букетик я не помню, я, наверное, даже не сфотографировала. А, я там, наверное, в ресторане, в кафе я там, наверное, букетик. А дома, наверное, я так и не сфотографировала. А, где-то фотография там сделала я там со своей физиономией. А так букетик, да небольшой букетик. Это мои хризантемки расцвели. И я оформила бумагу такую красивую у меня была.
И когда пришла, там беленькие хризантемки принесли, две веточки покупные. Ну, с моими рядом не стояли. Мои красивее пахнут так хорошо. Все застолье оплатили дети. Вот. Еще и подарки подарили. И деньгами, и там со всеми этими одеялами, и все на свете. Ну, я тоже небольшой подарочек подарила, конвертик, и цветочки, и торт. Торт пышный получился, мне понравился. Значит, я буду такой, наверное, и делать. Все-таки вот на горячем молоке со сметаной, он такой, знаете, воздушный прям, вот воздушный, аж во рту вот. А такой классический бисквит, он все-таки немножко не такой, он жестче. Он легкий, но он как-то вот на вкус жестче, мне кажется. А этот прямо, ну, красавец такой, вкусный, главное, вкусный. Ничего, довезла на такси, нормально. Мне таксист все установил на багажник. Я такое корыто у меня есть блестящее, стояла здесь. Такая блестящая корыто. Как оно, поднос, не поднос. Довезла. Все, доехали. Довезли они меня. Высадили, у нас снег идет. А на это такие сапоги скользкие, на них налипают. Прямо на каблук. Я чуть не растянулась. Разбогинили, поехала. Все. Сейчас надо накипятить чайку. А этот я так и... Видите, так и стоит. Я там фоток много поставлю, не столько видео, сколько фоток. Потому что видео с музыкой, там, не понять. Надо раньше идти, а то там с 7 часов музыка. И мы поздравляли, кричали, не слышно. Очень неудобно. В нашем возрасте желательно уже слово хорошее сказать человеку. А там... Кто говорит, да, ничего не слышно. Ну, с открытками, там, со словами, конечно, все собрала, Любочка. Дай Бог ей здоровья. Пусть будет все хорошо. Еще столько лет отмечать дни рождения. Ну, уже столько людей не живут. Вот так вот отметили. Ну все, пойду отдыхать, сейчас переодену. Сразу пришла, руки в горячей воде с мылом. Я все протерла вроде бы, все салфетки брала на спирту. Не знаю, хоть бы не это. Ну народу полное, полное кафе народу, ну молодежь. Я думала пустые кафе, сейчас не, полное молодежи. Так что не бояться пандемии, не бояться этого вируса. Молодцы, смелые. Ну вот и все. Вот я к своей. Пока-пока. Заходите, я буду вас ждать.